Над уральскими лесами будет летать касатик. Для мониторинга пожарной обстановки впервые будет использоваться легкий двухмоторный самолет, сообщает уральская база авиационной охраны лесов. Самолет будет обслуживать северную территорию региона, Ивдельский и Гаринский городские округа. Отмечу, что касатик можно поднять и посадить практически на любой площадке. Летчик-наблюдатель Ивдельского авиаотделения уральской авиабазы Дмитрий Демин отметил, что первый полет касатика прошел без нареканий.